В доме погорельцев Владимир Новиков – частый гость. Дядя Володя, так его называют дети, а родители и вовсе считают ангелом-хранителем. Старший участковый уполномоченный Владимир Новиков говорит чуть слышно, шепотом. В доме погорельцев спит самый маленький член семьи. Акиму еще не исполнился год. Именно его первым вынес из огня майор Новиков в тот роковой день. Все случилось 3 января. Вместе с приятелями он бросился к горящему дому. За несколько минут мужчины вынесли из пламени троих малолетних детей и вывели их мать. Внутри остался отец семерых детей. Владимир Новиков накинул на плечи шерстяное одеяло и вернулся в дом. На втором этаже он обнаружил находящегося в бессознательном состоянии хозяина дома и на себе вынес мужчину на улицу. Простым людям бежит в огонь и в воду. Это хорошие люди только так поступают. Хотелось бы от себя лично, от имени нашего села поблагодарить Владимиру Новикову и поблагодарить МВД, что есть еще такие сотрудники. О своем поступке майор полиции никому не рассказывал. О подвиге его коллеги узнали от очевидцев произошедшего. За подвиг Владимир Новиков был награжден мэром города Сочи Анатолием Пахомовым медалью «Признание и почет сочинцев». Приказом министра внутренних дел России Новиков был удостоен ведомственной награды «Во имя спасения».